умерла самая красивая женщина в мире, которую называли секс-символом европейского кино и иконой стиля 1960-х годов. В сентябре 2022 года Лола Бриджида попала в одну из больниц Рима после падения в собственном доме. У нее диагностировали перелом бедра со смещением, из-за которого ей понадобилась операция, которая длилась чуть дольше часа. Тогда врачи сказали, что неизвестно, когда актриса сможет передвигаться самостоятельно, однако отметили, что ее состояние не вызывает никаких опасений. Несмотря на возраст и проблемы с сердцем, Лола Бриджида хорошо перенесла операцию. Последний раз Лола Бриджида появилась на публике 21 ноября прошлого года во время воскресного дневного развлекательного шоу на итальянском телевидении. Передача была посвящена долгой битве за имущество актрисы, в которую втянулись ее сын и внук после того, как она вписала своего бывшего дворецкого в свое завещание. «У меня есть право жить и умереть в мире», – рыдала в студии актриса, подробно описывая свои споры с сыном Милко Скофичем и внуком Дмитрием. После того, как она сказала, что оставляет давнему помощнику Андреа Пьяццолле большую часть своих денег. В октябре прошлого года Верховный кассационный суд подтвердил, что Лоле Бриджиде нужен законный опекун, чтобы люди не охотились на ее богатство. Сегодня, 16 января 2023 года, Джина Лола Бриджида умерла в Риме, Италия. Ей было 95 лет.